В рамках стартовавшейся в апреле всероссийской акции «Добровольцы детям» волонтеры школы номер 10 провели опрос среди населения с целью выявления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Скажите, пожалуйста, есть у нас семьи малоимущие или которые нуждаются в какой-либо помощи? Знакомы ли вы сами с такими? Помогаете? Конечно. А не можете ли вы нам дать адрес? Во главе с руководителем отряда волонтеров 10-й школы Джамилей Долгатовой учащиеся интересовались у прохожих, знают ли они адреса семей, которым необходимо оказать помощь и поддержку. В ходе акции волонтерам удалось узнать более 5 адресов. Скажите, пожалуйста, вы сами знакомы с этим? А вот вы можете вот конкретно куда адрес дать? Потому что мы их выявляем, а потом хотим пассивную помощь оказать. Спасибо большое за то, что вы так заботитесь о таких. Ну, на самом деле, конечно, много таких. Есть люди, которые даже на хлеб нету, бедные люди. Просто жалко их становится, действительно. Конечно, если возможность есть у кого, это самое большое содорожание на том свете. По словам Джамили Долгатовой, это является первым шагом на пути оказания хоть маленькой помощи детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Далее по плану волонтеры проведут сбор и посетят адреса, где проживают малоимущие семьи. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».